Человек. Да. Какое ж правосредство ему помочь? Я право не пойму. Как мне отдать страдающему сердце? А вы отдайте мне, я передам ему. Сердитесь, кузен. Я вижу ревность. Ну. Что? Поэт ревность. А? Его письмо как стих. Как я могу в письме послать вам поцелуи, чтобы вы губами прочитали их. Однако эти строки немного шаловливы. Сознайтесь, мой кузен, что так бы не смогли вы. А это, например... Да вы сплошным потоком письмо читаете. В волнении таком. Все знаю наизусть. Ну... О, в женщинах знаток. Он льстец. Знаток. Ну, пусть будет знатоком. Сударыня, к вам господин Дегиш. О, все ходит. Неустанно. Войдите в эту дверь. Зачем? Да вы слишком на виду. Ну ладно, Христиана. Ладно. Да-да-да. Иду, иду. Хорошо.
я выходила. Да? А я пришел проститься. Вы уезжаете? Я покидаю вас. Нынче вечером еду на границу испанскую. Осаждать арабов. О, осаждать? Но мой отъезд как будто для вас скорее раб. Ну что? Завтрашнее утро нас разлучит. Быть может, навсегда. Вы знаете, ведь я теперь полковник. Право. Гвардейского полка. Вы знаете, кому я отомщу на славу? Кузену ваш. Гвардейцев шлют туда? Я сам же их веду. Боже, медальон. Что с вами? Ничего. Конец моей надежды. Ну, кто-нибудь понравится и нет. Уходит на войну. Не говорили прежде вы слово ласково мне. Будете вы мстить кузену на войне? Вы любите? Я не люблю кузена. Вы часто видитесь? Раз в год обыкновенно. Все чаще он встречается в Париже с гвардейцем. Как его? Нева, Небо, Невит. Высок. Точно жертв. Блондин какой? Рыжий. Красивый. Но глуп. Такой дурацкий вид. Так значит, вы теперь горя желанием мести. Хотите взять кузена на войну? Выбросите его в опасность там? Ну, есть ли здесь тонкость, Антуан? Нет. За его вину оставьте-ка его с товарищами здесь. Кузен мы ждем войны. Он рад ей, несомненно. Лишить опасности кузена – это то, это месть. Что за план у вас? Нет, только женщинам сродни такие. А как бы вы дрались без них, они б сердца себе изгрыз. Вы любите? Неправда. А то бы о мести за меня не думали бы вы? Желание помочь мне. Проявление злобы. Есть проявление любви. Вот. Это ротные приказы. Я разошлю их ночью. Но как будет злиться Сирано, воинственный храбрец. Я за его проказы один оставлю. Черт возьми. Вы часто так играете людьми? Да, иногда. Вы сводите с ума. Должен ехать, но как же я уеду? Бежать от вас, когда любовь сама волнует вас и мне сулит победу. Здесь рядом монастырь. Поедем к Муцинам. Дадут приют святейшие отцинам. Не бойтесь, Божий дом, он вместе с тем и дядин. Племянник тоже там в чести. Я... Славе опоздаю на день, чтобы ночь с Роксаной провести. Согласитесь, на прощание придете? Нет. Так оборвайте роман! Я не должна, ну, я запрещаю! Да любите ли вы? Люблю. Люблю, вы правы. Я любим. Какое счастье. Я еду. Я вернусь во всеоружие славы. О да, мой друг. О да, мой друг.
Она бы у меня украла крестьян. Как вы уходите? Ждут укламирина. Я вас прошу, кузен, не оказать. Скажите вашему мечтательному другу, что подождал меня. Я возвращусь сейчас. А вы скажите мне, оставшись с ним наедине, что от него вы слышать бы хотели? Мне интересно. В самом деле? Да. А вы ему не скажете? Их, конечно. Я буду нем, как нема, лишь добровольные рабы. На любви, кузен, нет цены. Или вернее, все равны. Так пусть свободнее и вольнее, что хочет, говорит о ней. А мне хочется, чтобы он взволнованно и нежно свой путь любви словами устилал. Но вы ему не скажете. Ну, конечно, конечно. Я сейчас приду. Ага. Пойдем учить слова, мой друг. Тебя за этот труд сегодня ждет награда. Не надо. Что? Я говорю, не надо. Ты помешал? Нет. Отчего же вдруг ты так решил? Конец, мой друг. Довольно. Нельзя любить твою. В союз вступили мы по доброй воле моего и оборвем. Да. Я благодарен за урок, но ныне миновал твоим уроком срок. Что нужно мне? Немножечко огня, отваги капельку на маленькую. Да. Она идет. О, ой, все, все, я пошел. Не бросай меня. Нет, говорите сами, сударь. Я вас люблю. Чудесное начало. Я тоже слушаю и люблю. Я вас люблю. Дальше. Что ж вам, мало? Ну, как вы любите? Я так люблю тебя. Ну, так? Ну, как же? Очень. Я чувства с радостью делю, но ведь язык любви не точен. А как вы? Я... дьявольски люблю. Как остроумно. Оксана, ваша шея так обольстительна. Что с вами, Кристиан? Оксана, я от счастья пьян. Скажите что-нибудь свежее. О звездах? Да нет же звезд. Но скоро будет рой. Они прелестны. Вы говорите, как сомнительный герой одной плохой, нашумевшей пьесы. Нет, нет, постойте, если так, я все скажу. Что любите меня? Прекрасные слова звучат у вас в устах, как стертые монеты у меня. Ура!
на помощь. Нет? Я должен встреч лишиться всех ее любви. Ведь это ужас. Ее окно. Здесь под балконом так темно. Встань вот сюда. Встань вот сюда! И для Роксаны я подскажу слова. Кто это там? Смотри! А, это музыканты! Вас выгнали, провели! Когда что, вы пистоланы? Ха-ха! Тогда я вас прошу на улицу пойти. И если женщина появится случайно, то вы играете радостный мотив! Мужчина подойдет, сыграете печальный. Ну, говори. Ну, говори. Оксана! Это кто? Ну, говори. Я вам хочу сказать. О, нет, не надо слов. У вас слова похожи на слонов. Их тяжко говорить, но слушать тяжелее. Не тяжелые слова, но тяжела любовь. Не тяжелые слова, но тяжела любовь. Это что же значит вновь? Да, красноречие с прежним жаром готов коснуться ваших уст. Я отдаю вам красноречие, да. Я отдаю вам красноречие, да. Но это будет даром чувств. Но это будет даром чувств. Слова пришли в движение. Их выражение звучит на этот раз. Но выражение ваших глаз. Но выражение ваших глаз. Слова лишают выражения. Слова лишают выражения. Как ты говоришь? Однако, почему же еще чуть запинаются слова твои? У вас то маленькие уши, что трудно в ним войти словам большой любви. Я к вам сейчас спущу. Не надо! Не сейчас. Ну, встаньте на скамью. Не надо! Так прекрасно себя не видя и не видя вас, и чувствовать, и говорить в пространстве. Мне кажется, я говорю впервые. Ай, голос ваш другой, вы и так не говорили. Да, верно, ночь темна, лишь отсвет голубой. Могу осмелиться и быть самим собой. Я так взволнован. И любое слово для меня так но. Так снова? Простите, я немного увлечен. Но быть осмеянным. А в чем? Моей любви. Ну кем же? Вами. Ведь я же не слова. Я то, что за словами. Все то, чем дышится, бросаю на ум. Куда сумрак, ночь. Вам помогает ум. Что ум? Он может быть притворщиком искусным. Но перед ним любовь появится едва. И меркнет он, как перед всяким чувством бледнеют всякие слова. А ум — это проблеск, искра в свете, огня любви, слепящего до слез. Но меркнет он, как меркнут свечи в сиянии вечерних звезд. Но все же ум. О, вы говорите «все же». Так значит, чувство вам дороже. Вам дороги слова, но все шмелее ласка. Ну, будьте смелы до конца, что ум в любви не более, чем маска, накинутая на сердца. И эта маска сердцу чужда, скажите сами. Как мне быть? Ведь ум всегда скрывает чувства. А я хочу его открыть. Хорошо. Пускай для нас двоих пришли мгновенья эти. Понимаю. Но что вы скажете, переживая их? Что я скажу? Что я скажу? 12 мая. Прическу изменили вы. Еще сейчас я слышу хруст травы, когда еще давно, ну как сегодня, будто вы девочкой встречали утро. Что я скажу? К чему вам разбираться? Скажу, что это ночь, и звезды, и луна, что это для меня всего лишь декорация, в которой вы играете одна. Что я скажу? Не все ли вам равно? Слова, что говорят в подобные мгновения, почти не слушают, не ощущают, но их ощущают, как прикосновение. Я чувствую мгновенье, торопя, как ты дрожишь. Как дрожь проходит мимо по ветке старого жасмина. Плачу. Я дрожу. И я люблю тебя.
Ты любишь? Ты меня? Но так меня волнует. Чего ты хочешь? Поцелуй! Ты просишь? Нет! Нет! Я просил, но это был прилив любви безумный! Той, которой стыд не летом! Если ваш отказ не прозвучит в ответ, то... Вы не станете настаивать на это! Настаивать, конечно, нет! Почему, когда она на это охота шла, ты не настоял? Чисто, Кристиан! Что? Сюда иду! Однако в двух тонах играет музыка! Что это за причина? Веселая женщина, безрадостный мужчина? А, это средняя. Монах. Да, вы, Мадлена, здесь? Я тупо попал в калитку. Нет, сударь, это за углом! Ну, стало быть, не да. Благодарю, мой сын. Я длинную молитву за вас сегодня. Конечно же! Почему не хочешь, чтобы я поцеловал ее? Ты знаешь, мне показалось рано. Время длительность твоя весьма загадочна и странна. Да, это так. Любой ценой их юность и любовь возьмут свои права. Так пусть же будут хоть слова. Мои слова тому виной! Мы говорили, а поцелуй! Слово! Вас обжигает это слово! Мы с шутки начали! Потом я вдруг сказал вам про любовь свою правдивую такую, что от улыбки, соскользнув к слезам, вы приближались к поцелую. Довольно же молчите! Нет! О нем не говорят, он для обоих тайна! Поцелуй не тайна, а секрет! Он губы сказаны случайно!